Дамы и господа, это внеочередное заседание созвано по запросу Дерека Смарта, мастер стула. Уже не первый год мы проводим такие собрания. Мы обсуждаем планы, достижения, удачи в борьбе с сектантами Робертса. Однако патчи выходят все равно. Сколько сил и средств было потрачено, а противник будто берет и тычет нам новым контентом прямо в лицо. Как же так? А наша миссия? Неужели мы так и будем позволять им выпускать патч за патчем? Забудьте об этом. Довольно. Star Citizen не должен увидеть релиза. И в то же время мы вынуждены признать, что наши компании не возымели успеха в прошлом. Но как же мы дошли до этого? Все лучшие наши традиции забыты. Куда делись времена, когда даже Forbes плевался в CG? А сейчас даже отступили и Crytek. Что же? Очевидно, люди так и не перестали покупать их дурацкие картинки на сайте, а Крис получит свои миллионы. Вы вообще смотрели их инсайды? Ну хоть кто-нибудь. Что, совсем никто? Ну, конечно, нет. А я смотрел. Черт, да у них там планов, как в моих 100 проектах вместе взятых. И знаете, что реально бесит? Мне понравилось. А когда есть хороший космосим, который делал не я, я сделаю все возможное, чтобы он не вышел никогда! Thank you.